4 сентября начинается всероссийская прививочная кампания против гриппа. В этом году Роспотребнадзор планирует вакцинировать почти половину населения страны. Первые месяцы осени наиболее подходят для того, чтобы привиться и встретить эпидемию во всеоружие, отмечают специалисты Роспотребнадзора. Прививку лучше сделать заранее, за несколько недель до начала роста заболеваемости. Таким образом, дать сформироваться иммунитету. Прививать граждан будут высококачественные отечественные вакцины. В ее состав входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в этом году.